Покажите новенький Pajero Sport из первой партии вновь запущенного конвейера в Калуге. Компания Mitsubishi Motors официально объявила о его запуске. Напомню, что заморожен он был еще в 2015 году. И вот, наконец-то, автомобили вновь ждут своих покупателей. Российской сборки будет только дизельная версия обновленного Pajero Sport. Локализация позволит расширить список базовых опций внедорожника. Например, на механике появится автоматический запуск двигателя и датчики давления в шинах. Региональные власти отмечают, что возобновление производства в Калуге – это плюсы не только для конечного потребителя, но и для региона в целом. Чем сложнее политическая и экономическая ситуация, мы стараемся здесь, в Калужской области, создать еще более и более благоприятные условия для ведения бизнеса. У нас есть немало примеров эффективного сотрудничества с нашими предприятиями, которые производят и сами автомобили, и комплектующие изделия. И я уверен, что завод «Космо Рус» тоже все больше и больше будет использовать именно те комплектующие изделия, которые производятся на наших предприятиях, для того, чтобы повышать степень локализации. До конца года в Калуге будет выпущено около 500 автомобилей. Пока с небольшим уровнем локализации производства комплектующих. Но со временем доля неимпортируемых деталей вырастет, обещает Mitsubishi Motors. Политика нашей компании включает в себя принцип произвести автомобиль как можно ближе к потребителю. Это дает возможность сделать самые лучшие условия и положительно влияет и на ценообразование, и на сроки поставки, и на гарантию качества. Для Mitsubishi открытие этой линии – это очень важное событие. Появление именно дизельной версии уже положительно отразилось на продажах. Дизель дешевле бензина, поэтому и спрос больше. Продажи этой модели за 11 месяцев 2017 года составили почти 3700 автомобилей, превысив 8 раз показатели того же периода прошлого года. Представители компании отмечают, что российский рынок впервые с 2014 года начал показывать реальный выход из кризиса. Падение сменяется небольшим, но стабильным ростом. На российском рынке сейчас выживают только те бренды, у которых есть локальное производство. И для нас было крайне важно вернуть Pajero Sport в Россию. Это нам позволяет устанавливать более конкурентоспособные цены и делать предложение более интересным относительно, если бы машина была импортирована. Таким образом, мы снизили цены на все комплектации на 200 тысяч рублей, ввели на этот автомобиль 5-летнюю гарантию. Это позволило нам радикально увеличить наши продажи уже сейчас. В России обновленный Pajero Sport будет представлен в 4 вариациях, как с дизельным, так и с бензиновым двигателем.